Ауажлара Палата, ауапсира зиргуамцуа хей вепшмазцара квахцюр рготупны иқоп, яра имя пнаго усура хыгкыха дасьямуп, ауажлара ринтерес куарыхчарей, урт изухто усбарта куарқын зарнагарей, иқоп апалата ала хула цвахышук сейрылак дзэны, кучьярала зыцбара рылша зазцара ква, иқоп ирзынам гдзэзги. Я считаю, что общественная палата работала, но всегда есть резервы, которые мы не использовали. Видимо, кто-то останется в следующем составе, эти резервы использует. Следующий состав лучше будет работать, потому что не до конца кое-какие вопросы мы не доработали, мы это должны признать. Вместе с тем, общественная палата работала, выполняла комиссии, которые были по безопасности, по здравоохранению и так далее. Они работали, и их результаты работы тоже видны. Анхарта тыпква, а туризм, а криминоген птагыла заща, а зины и чкарауха, и рацопа палата ала хулацуа хиштырхуа зцараква, уртрыцбараджы дара, а важлары, а туламчраква и цханы и рыбжоп. Я не в этот, а вот в прошлый созыв возглавляла комитет по развитию абхазского языка и, да, и нашего духовного наследия. Я помню, как мы приглашали сюда, и вообще всегда мы приглашаем сюда людей, от которых это зависит. Тогда возглавляла фонд абхазского языка Тали Джопуа, были представители Абхазского государственного университета, простые учителя, которые требовали другой методики. Кстати, по нашей рекомендации все вот эти замечания были учтены. Я не могу сказать, что по курортному вопросу тоже совершенно не было реакции. Ну, я слышала, во всяком случае, от самого министра, что большое спасибо, что вы нас пригласили, потому что какие-то замечания, я для себя это учел и в этом направлении работаю. Надо иметь большое терпение и работать настойчиво, постепенно, применяя те инструменты, которые нам даны в руки. Это, значит, убеждение, это разъяснение, это ставить вопросы перед соответствующими органами, которые мы часто делали. А эти органы, в соответствии с тем законом, на основании которого мы работаем, они должны рассматривать и принимать по ним меры. Президент обещал поддержать, и в силу своих возможностей он это делал, но не все, конечно, удалось. Айза Раяла Хузьязгуартит и Шукалало, Дараража Лагалаква и Шахту и Пшахатсгалара Андрарам Тоги. Мы на самом деле работали. Единственное, наверное, наша вот недостаточная работа, наши рекомендации не всегда доходили до некоторых товарищей. Мы их слушали, они отвечали. Мы писали очень умные, мудрые рекомендации, но непоследовательно мы не добивали, чтобы эти рекомендации исполнялись. Апснаважила Радпалата Апцан Юнизки Бижбашук Сарзы, Уяджи Лагала Радшан, Апснею Бапия Хада, Сергей Василипа Багапш, Уяжзачхаран Цо Апш Бапия Апхероб, Апалата Шаккулоп Южи Жохвюк Алла Хула Цорыла, Уртрах Джахаюк Апснахадайоп Ищок Зырухо, Жвейзавюк Атыпан Пяхадара Хатарнак Цороб, Дача Жвейзавюк Хейвэпшима Политикат Партия Куй, Аважила Радпичкара Куй Хатарнак Цороб. Собранные в общественной палате были люди очень уважаемые, очень опытные. Каждый, как говорится, по своей специальности, то, чем они занимались всю свою жизнь. И по такому принципу, в принципе, квотируются от президента люди, от главы администрации. Потом сами избранные, назначенные, избирают всех остальных. Не все общественные организации представлены здесь в качестве членов. Но они делают, наши неправительственные, общественные, гражданские организации, делают очень много полезного, что было бы интересно обсуждать здесь, знать и использовать их ресурс. Следующий момент. Мне кажется, может быть, новому составу имеет смысл иметь чуть меньше комитетов, но работать, что называется, рыть глубже. Аважла Радпалата Набхгаразиуэ Тамадзенуккэй Хабхера Курыпшбагиран Уэтыпа Анылклон Нателакаба. Совет палаты собирался здесь недавно и разговаривал с секретарем общественной палаты, который с нами проработала, Нателла Нуринакаба. Она, значит, мы ей сказали, чтобы не торопилась с уходом, так как, значит, осталось всего месяц где-то работать.
Но нас убедило, что никаких спонтанных решений она не принимала. Это решение было давно принято. А палата Аллахула Цагугра Адербшит Ахуба Пяапхера, Ахатарнак Цагдарирзинам Гдзазируску Агиры Цирцапха. Теперь я хотел бы пожелать будущему составу общественной палаты. Есть вопросы, которые сегодня в обществе они назрели. Это вопросы здравоохранения, вопросы образования. Потому что очень много вопросов. И третий вопрос – это вопросы социальной политики. Ярубас язгуата на важларать палата имя пногуус уразы, а информация хтаргалу хатпсайт апсатюбхэ шурубхэдзо. Амразарандепха Алекса Баструков, Апсуателихопшра.